Всем привет, ребят. Ну что, многие ребята просили показать Зефира с офигенным дамагом. Я сейчас вам его покажу и расскажу, стоит ли его вообще качать, нужен ли такой дамаг в игре, будет ли он практичен. Я сделал вам видос Фрей, там где у нее офигенный дамаг, но толку от этого вы видели нету никакого. В общем, у нас будет теперь такой же зефир, только немножко даже круче. 14, 14, 10, 10 кубовая сила, которая увеличивает 1,5 раза крит дамаг, плюс питомец, который дополнительно будет нам еще давать увеличение входящего урона по цели. Они, кстати, актуальны на архидемоны. Я здесь переролил, ролил чарки, созвездие, переделал, в принципе, на зефире, так чтобы вы понимали, чарка на вот этот его процентуальный дамаг по броне роли никакой не играет. То есть, по сути, если разобраться, что вы поставите сюда, победный выпад, суперсилу, урон не поменяется именно процентуалки. Поменяется урон основного скилла, там удара обычного, когда герой бьет, но скилла его не поменяется. То есть я это уже протестил, посмотрел, и реально ничего от этого не произойдет. В общем, такая вот сборка дает нам возможность собрать вот такие вот статы. 34, ну 33 считайте, 33 можно немножко больше было бы даже сделать. 33 тысячи крит дамага. Да, это дофига. Дамаг сейчас будет вылетать бешеный, но на практике вы сами увидите, что это такое. В общем, поехали. Тестировать мы будем, как обычно, есть у нас подземка 4.9. Здесь у нас есть довольно-таки интересный товарищ в кавычках. Так, давайте. Давайте еще слейте моего этого Зефира. Ну, видите, вот. Вот это называется донатный герой, блин. Стоит просто тупо в стане, нифига сделать не может. Давай, врубайся уже. Жесть. За что мы платим деньги? Вот я не знаю. За что выкидывать деньги, если герой просто тупо нифига ударить не может толком? А вот питомец. Красавчик. А вот теперь пошла жара. Смотрите внимательно на дамаг. Какой дамаг у него? Один, 265. То есть 1 265 291. Именно такой дамаг он наносит героям. Да, вы скажете, нифига себе, это ж круто, это не 100, не 200к, как там обычно, но это подземки. То есть учитывайте это. То, что это действительно просто обычные подземки. Если я вот сюда его закину на 8-10, вот сейчас просто жестко их тут будет жахать. Нереально, смотрите, вот. Мега просто, вот, мега дамаг. Лям 265. И причем по всем целям. Да, целей у него там сколько, я не помню, 3 или 4 он дамажит. Вроде все круто. Но, а теперь прикиньте, что если он попадает на некоторых героев, которые ему будут лепить по полной. Например, та же самая, я не знаю, там есть у меня на твинке Мэри, либо Божество. Представляете, что будет в данном случае? Если взять на практике, вот у меня практика. Зефир на зефир. Смотрите внимательно. Здесь бьет он, да, круто. Лям там с хреном и просто нафиг вышиб. То есть дамаг у него реально офигеннейший просто. Ну, посмотрите, что дальше делается. Если он ушатывается, у него нету жизни. Да, он обычных там героев вроде как бы шатает. Но даже тот же самый Минотавр он выстоял. А если мы сейчас пойдем на экспедиции,
То есть дамага вроде там дофига, смотришь, лям 200 обычный удар. Это нереально круто. Так, что за подвесоны? Надо чистить, все, никак не соберусь почистить нормально. Ну... Что за фигня? Что за фигня? Придется перезагружать. Вроде казалось бы, да, вот этого дамага у нас столько, что... Блин, он должен шатать все и вся и везде, просто нереально. Да, понятно, что у него меньше жизни, но он должен их выносить. Но на практике, в рейдах, в остальных локациях, это совсем не так, как в подземках. И, к сожалению... Блин, что-то я везде захожу, и, к сожалению, все очень печально. Он сливается, ну, это то же самое, что и Фрейя с пактом, то есть один в один. Да, дамага дофига, но практичности просто ноль. По практичности, ну, не знаю, ну, нету куда его применить. Он будет сливаться очень быстро. Дамаг этот его, ну, по сути, такое себе. Поехали в рейд, забежим, посмотрим для начала. Вот рейд обычный. Смотрим внимательно на дамаг по героям. Вот 160к прилетает. Посмотрите на него, как он быстро вылетает. Все. Вот и вся, ребятушки, у нас практика. Вот и весь... По сути, наш зефир. Я специально поставил сюда еще раскол. Почему? Потому что раскол дополнительно дает плюс 18 тысяч как бы атаки. Ну, плюс атаку увеличивает, плюс дамаг нормальный. И вроде бы казалось бы это круто. Ну, то есть можно любые варианты поставить. Там плюс-минус немного будет прибавка. Можно, например, поставить... Что там у нас крутое еще? Бравлера, да, имеет хорошую атаку. 9000. Сейчас он включится. Вот, что мы видим? Лям 273 прилетает сейчас. Ну, встань опять стоит. Вот. Лям 273. Еще больше дамага. Но на практике это просто, ну, печально все. Вот вам практика. Идем. Я надеюсь, у нас не будет глючить уже экспедиция. На практике по героям были бы эти миллионы, это было бы, конечно, круто. Ну вот 100 ограничения вообще идут по некоторым. А это у нас там череп. Ну все, он всех разобрал вроде как. Но дамага по миллионам, к сожалению или к счастью, нету. То есть на практике это получается все равно, что вы взяли просто обычного лысого зефира без таланта и выпустили. Все. Да, он бьет обычным там ударом, который будет обычный удар, то есть, чтобы вы понимали, у него есть вот этот вот шарик, который летит впереди, и есть дополнительный дамаг, который самый такой, типа, считается самой его крутостью, который игнорирует бронь. Так вот, обычный удар, вот он, летит впереди его. Да, там огромнейший урон, огромнейший дамаг. Это, конечно, круто. То есть, он тут сдувает очень круто. А если же брать практичность, ну, мне такой вариант героя, ну, не особо нравится. То есть он, по сути, те, кто как бы смотрит, те, кто увлекается сборками героев, те знают, что на сегодня вот этот вот дамаг, он вообще не актуален. На сегодня актуален деф, чисто деф, отражалки и прочее. Вот если взять 7-я кошмарка, 7... 10, где дофигища стана,
Не знаю, ли мы вообще включимся здесь хоть как-то. Хоть разок шмальнешь вперед. Вот тут что-то вроде как бы и включился, и не включился. Ну давай. Не хочет, видите. За что платятся деньги, если он стоит в стане? Донатный герой, классный герой, а блин, стоит в стане, нифига сделать не может. Ну вот на подземках дамаг, да, лям 273. Блин, скажешь, круто, и можно еще дальше развивать. Но, к сожалению, это немножко на практике не так. А вот обычный его дамаг мне, в принципе, нравится. Так, ладно, найдем сейчас какую-то, там, где меньше стана, потому что тут это прям зашкаливает. Вот смотрите, что с него делается. Вот и весь зефир во всей красоте. Седьмая кошмарка. Я не говорю уже про восьмую кошмарку. Блин, жесть. Вот везде стан, везде его будут просто тупо валять. То же самое, в принципе, и на этих. А, вот нормально. Ну вот тут вот дамаг у него, да, зашкаливает. Именно прямой дамаг, который он наносит напрямую. Он крутой. Вспомогательный дамаг тоже крутой. Ну, чисто такой вариант дамага, это на подземках. На практике его просто выносят. На кого бы вы ни напали, в основном вы его будете использовать на по локациях. Тут, к сожалению, и юниты, и прочая хрень. Вот, кстати, может мы сейчас по Мэри, если она с отражалками зарядим, я надеюсь. Он не сдохнет до того времени. Он просто отлетит. Ух, пошла жара. Нормально, все. То есть толку особо такой сборки нет. На отражалках у него получается мало жизни. Он нифига не сделает. Просто сдохнет. В принципе, я вам показал, как я напал на своего твинка, и там видно, что он сливается очень-очень быстро. Ну, то есть это, по сути, своего рода голый зефир у вас. Да, он много дамажит, но на практике. Вот так вот. Все очень печально. Вот, поэтому такая вот сборочка, ухать-вахать, что вот, это там мега такой урон. Бессмысленно, как по мне. Просто ни о чем. Знаете, какаха первый сорт, это именно об этом герое в такой сборке. Этот дамаг, ну, просто десайки. То есть он на практике вообще ни о чем. Да, на подземках тащит, а так. Просто, знаете, так. Лишь бы. Вот наш ворожай. Посмотрим, что ему там прилетит, если вообще прилетит. А нифига не прилетит. Он себя убивает просто. Все. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Такая вот сборка. Да, дамаг крутой. Но герой вообще никакой с ним. Еще одно доказательство того, что дамаг на сегодня просто не актуален. И непонятно, каким образом у нас работают локации, выселения и прочее. Там один дамаг, там второй, там третий. И я ничего толком не понять. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Надеюсь, вам понравился этот обзорчик, и вы такого не сделаете, не прокачаете. Я же прокачал специально, чтобы вы посмотрели на максимальный дамаг, так как ребята давным-давно уже просили. Лям 270, но толку никакого. Все, всем удачи, всем пока.